Всем мяса, с вами Павел Мясник, и мы продолжаем проходить Darksiders. Соответственно, за войну. Хотел я выйти посмотреть, как записалась предыдущая серия, чтобы если что, там звук подкрутить, еще что-нибудь, но несохраненные достижения будут утеряны, мне это как бы не нужно. И, наверное, сохраняться все-таки здесь можно в каких-то определенных местах. Поэтому я не буду рисковать, я продолжу сразу же отсюда. Пойдем найдем Вульгрима. Или Вульгрима, как кому больше нравится. Пам-паралипама, тут-студуц. Нажмите пробел в верхней точке прыжка. Более-менее понятно, как здесь действовать. Вы можете хвататься за большинство поверхностей и перемещаться по ним. Не так. Арара. Подожди-ка секундочку. Все ясно. Assassin's Creed. Брум-бурум-бум. Они уже все сгнили, походу, люди. Прошло довольно много времени, и как-то они даже не то что сгнили, они мутировали, как будто бы ад вызвал с собой еще и волну радиации или чего-то похлеще. Но, наверное, эти враги будут послабее, чем те, которые на меня нападали в туториале. О, нас встречают! Война! Почему бы тебе не представиться? Ну, давайте поздороваемся, что ли. Привет. Здрасте. Забор покрасьте. Оно, могу я кого-нибудь из них взять? Ой, бля, нихуя не ебашут. А чё у меня слишком так мало сил? Да я возьму кого-нибудь. Да подожди, я ж хочу научиться, как управлять. Подожди, а как мне ХП из них забирать? Так, мне б никаких секретов не пропустить. Здоровье с врагов выпадает, но я пока еще не понял, с какой периодичностью. Это что за мозга, жор? Сюда! Сюда, подожди. Подожди, еще сюда идти. Я потому что не знаю, какие здесь есть возможности для... Не то чтобы прокачки, но... Свечение рукавицы. Рядом с предметами, которые можно использовать как двери или сундуки, рукавица войны начинает светиться. Чтобы использовать их, нажмите R. Подожди-ка, у меня же есть еще особенная атака. Но она никак не взаимодействует. О, а что, с предметов выпадают души, что ли? А ну подожди, это уже интересно. Да, реально души выпадают. То есть тут имеет смысл вообще подзачистить сейчас локацию, собрать по максимуму. Собрать душ по максимуму, потому что мне они потом пригодятся. А так как у меня апокалиптический уровень сложности, тут немножечко все обстоит совершенно по-другому. То есть приходится подфармливать. Я, конечно, не знаю, может там потом в дальнейшем какая-нибудь еще штукенция появится, но пока не появилась.
Они зареспаунились превосходно. А, то есть я могу сейчас вот, например, раз, два. И вот так. Раз, два, три. А если раз, два, три, четыре. Ага, ну пока что у меня одинаковые комбо. Они, наверное, будут в дальнейшем все-таки выкачиваться, прокачиваться. Там уже мы посмотрим на это все действие. Пока просто фармим души по максимуму. Покуда есть такая возможность, поэтому вернемся немножечко назад. Огонь на меня, так понимаю, такой не действует, потому что я типа супер крутой. В Халке, я помню, что-то наподобие было. А ну, а покрышки я могу брать? Нифига, покрышки не берутся. Ну да ладно. Зато метаются здорово. Мне, кстати, еще нравилось метание в трансформерах. Если кто играл, знает, о чем я сейчас говорю. Так, ну, вроде больше здесь ничего нету. Сейчас, конечно, еще посмотрим. Мне кажется, ли машина зареспаунилась? Но если не респаунятся или вообще можно будет перекачиваться, то и вот сейчас, которые я действия совершаю, вообще они совершаются мной очень даже зря, потому что я потом бы смог все равно это все зафармить, расфармить, то есть в этом нет никакой необходимости, и походу на самом деле так и есть, потому что, как я вижу, такие вещи респаунятся походу до бесконечности. И души с них походу тоже выпадают, и можно хоть в самом начале игры походу, если я правильно понял, выфармить нашего войну на максимум. Хотя я, может быть, и ошибаюсь, просто потому что где-то что-то не доглядел, где-то что-то не досмотрел, может быть и так. Я пока не уверен, не знаю, сколько мне это пользы принесло. Но как я вижу, например, то, что машины, где я вроде бы их зачищал, раньше их не было, сейчас они есть. Типа что-то наподобие этого. Ну ладно, все мы тут прям искать так не будем. Потому что как... Конечно, я могу и ошибаться, потому что я в нее играл очень давно. Не знаю даже сколько десятилетий назад. Это я утрирую, конечно. Но тем не менее. Это было очень давно. Но если есть фарм, то проблемы с боссами доставить мне это все не должно. По идее. Такс, такс, такс. Ну, вроде бы не респаунятся. А то можно было в самом начале игры, наверное... Ой-ой-ой. А как же так? Я упустил даже часть душ. Ну и хер с ними. Я думаю, все-таки фарм здесь какой-то есть, потому что должен быть как минимум небольшой, но все-таки баланс в данной игре, потому что без баланса тут бы невозможно было пройти на апокалиптическом уровне сложности, правильно? Скорее всего. Такс. Тут по фигне, конечно, дают, но все равно приятно. Чуть нас не зашибло. Неплохо. Чтобы двигаться быстрее, нажми вот так. Тут вроде больше ничего нету. А я вообще, если, например, я просто отцеплюсь. А ну, я урона от падений особого не получаю, как я вижу. Так, ну и зачем я сюда спустился? Угу, трубы, трубы, трубы. Нет, мне походу все-таки наверх. Наверное. А, все, увидел. Ра-ля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 .
Да ёб твою мать, подожди. Ну, пока здесь обычные зомбаки. Ой, ёб твою мать! Налево и направо. Ой, пидорас. А почему я не могу собирать... ХП я собираю, получается, только перчатка. Это я уже заметил, так? Ара-ра, ёб твою мать! Да подожди, ёбаный рот! Если я сейчас умру, мне что, все заново начинать? Перемещение объектов. Война может некоторые из незакрепленных объектов двигать. Да подожди ты со своим движением. Ай, блядский стол, сука, мне так тяжело и так хилиться. Почему так по-конченному сделан отхил? Иди сюда, ушлепище. Вот, блядь! Вот сволочь! Короче, тут надо еще заучить все это действие. Потому что хилиться только на врагах, я так понял, можно. И то с помощью перчатки. Это вообще супер тупо. Сундук. Ой, нормально. Сейчас, секундочку. Итак, продолжаем. Ой, я наконец-то восстановил хоть хп с этого мини-сундука. Осматривать надо все подряд. Мини-босс был довольно сложный. Мы тут играем роль какого-то непонятного ложка. Как я это вижу, по крайней мере. Потому что нас... тут разматывает каждый встречный поперечный. Я осматриваю все в поисках душ. К управлению я потихонечку, правда, привыкаю. Так. Блин, у меня W не работает. Ну, видать, случайно на это нажалось. Ладно, это я потом все сделаю. Конечно, их можно было всех и не уничтожать, по ходу дела. Так, ну хпшка у меня пока полная, в этом не было такой большой необходимости. Но, тем не менее, надо привыкать, что на обычных мобах... лучше использовать руку и отхиливать хп по максимуму.
Видать, у меня рука типа вампира. Блин, я так помню, в Devil May Cry 4, по-моему, занимался подобной херней. Думаю, что там мне это напоминает? А, ну вот оно что. Ой, а что так стало FPS проседать? Хер его знает. Такс, такс, такс. Ну, идем дальше. Да ёбаный. Все, потихонечку перемыкнулись. Ара-ра. Враги есть? Нету врагов. Все рушим, все разрушаем, получаем по максимуму. Ой, что-то мне это уже не нравится. Тут, видать, надо просто уничтожить всех. Да как ты в меня попала, чмырделивая херня? Блять. А еб твою мать. Блять, вот еще того, чтоб не надо, не хватало, было бы превосходно. То есть, видите, даже обычный крип сносит нереальное. Это что за... Да подожди, да я разберусь, как применять способности. Ой, как же это неудобно. Куда ж мой опыт делся и мои хилки? Надо мне еще научиться нацеливаться на врагов. Хотя бы немножко хп восстановил, и то хорошо. И надо же было, мой опыт исчез и души. Чё ж такое? Ладно, сейчас это все расхреначим, что здесь есть. Конечно, странно, что в столах души находятся, но может быть, типа, когда человек умирает, часть его души переносится в табуретку. И тем самым идет круговорот бесконечной жизни. Папаралимпамам. Пум-пум-пум-пум-пум. Че, все здесь разрушил? Ну, вроде да. Мне бы дойти до сохранения, то что-то как-то неприятно немного, что я не могу по-человечески даже сохраниться. Потому что хочется немного передохнуть. Не, ну это жутко как неудобно вот так вот использовать способности. Сначала капслок, потом так.
Почему нельзя сразу без вот этой фигни нажать, например, и использовать? Хм, надо что-то с этим придумать. Например, С. Ладно, я что-нибудь придумаю с этими способностями. Может быть... Ой, сейчас бы в Спайдермене тут надо было нажать пробел или еще какую-нибудь фигню. Так. Так, так, да что ж такие просадки? О, привет. Да подожди, я шучусь, подожди. Что за фигня? У меня тут прием типа недоступен теперь. Ладно, ну благо сундуки с ХП стали попадаться немножко почаще. Перекресток. Перекресток семи дорог. Вот и я. Долго ли я отсутствовал? По земным меркам? Что-то около столетия. Достаточно долго, чтобы все людишки вымерли. Значит, третье царство погибло. Если так, то ты пришел не с пустыми руками, иначе наш разговор будет короток. Жри души табуреток. Еще совсем юных. Восхитительно. Ты хочешь узнать, что за сила стоит за тем, кто зовется разрушителем? Ты найдешь ответы, как и источник его силы, там. О, зачем так спешить умереть? Ты лишь тень себя прежнего, ты не продержишься и мгновенья. Более того, путь к башне надежно укрыт демонической магией. Даже я его не вижу. А кто видит? Утоли мой голод, и я утолю твое любопытство. Так, а у меня же было 500 душ, куда они делись? Искатель кладов. Демоническая безделушка, указывающая расположение всех сундуков поблизости. Подробную карту мира. Не играй со мной, всадник. Принеси мне души. Сейчас, подожди, найду подходящие табуретки. Принесу, не переживай. Ну, отлично, если здесь можно фармить, то это хорошо. А
Ну да, мне недоступна, походу, это моя способность. Так я получаю здоровье, так я получаю что-нибудь еще. Мне нужно на М карту переназначить будет. Так, вот тут два сундука там есть. Хорошо, я принесу тебе твои души. Жаль, стандартного уклонения нету. Может быть, этому еще можно будет научиться. Я пока что не знаю. Так. Ох, как же FPS проседает. Это охереть можно. Даже мини-боссы появляться начали. Ну, превосходно, с них больше душ. Блок, стоя на месте, блокировать удар. Ну, я думаю, на месте лучше долго не стоять. А ну, могу его поднять? Нет, он не поднимаемый. Такс. Как известно, самая лучшая душа хранится в мебели ближайшей. Чоп. Ух ты! Что забрал, надо вернуть, брат. Не находишь? Да какие они мощные на этом уровне сложности, я просто херею. Даже табуретки не ломаются. Что ты там рычишь? Хереть, да это какое-то издевательство настоящее. Ладно. Ни хера себе, у вас откуда здесь столько взялось? Думаю, что я способности особо использовать не буду, из-за того, что их не особо-то и удобно использовать на самом деле. А барак? Что я только что сейчас сказал? Ай, хер с ним. Так. Отнести души Вульгриму. Сейчас, Вульгрим, подожди. Дай мне место для сохранения, я тебе и не такое отнесу. Нам хватит душ, чтобы утолить голод Вульгрима. Может, теперь он утолит наше любопытство? Да. Мне сейчас каждые души на счету, поэтому подожди секундочку. Вместе с Вульгримом. Я думаю, ничего страшного из этого не получится. Ой, ты что там рычишь? Хочешь опиздюлиться? Сейчас, подожди. Нихера себе! Наверное, надо будет разрешение понизить, чтобы этот FPS так сильно не хромал. Потому что это жопа. На таких моментах можно спокойно отъехать. На самом деле.
она почему-то проседает на некоторых моментах. Вроде игра не особо новая, но тем не менее все равно просадки чувствуются. А почему ты не кидаешь? Ну и посмотрите, да, то есть даже обычные самые крипы ни во что меня не ставят, то есть они полностью доминируют. Но это такой уровень сложности, он, наверное, на это и был нацелен. В Халке том так вообще. Жопа полнейшая была. Если вы помните мое прохождение, которое из-за бага я так и не смог завершить. Но тем не менее, там это все было. Что боссы были слабее обычных крипов. Вот такая же ситуация ощущается приблизительно и здесь. Я не вижу смысл, есть ли эти такие вот сундуки собирать, потому что они все-таки с ХП и мне могут в один прекрасный момент пригодиться. В любом случае я смогу сюда вернуться, если что. Потом, я думаю, это выяснится. И, по крайней мере, меня интересуют в основном сундуки с душами. Чтобы Вульгрим утолил наше любопытство. Квест такой. Вот сейчас, например, нормально FPS показывает, но вот на каких-то моментах так жутко проседает. Если сейчас из-за разрешения там не особо что-то изменится, может быть, даже все-таки переназначу немножко. Мне бы, конечно, еще немного бы быстрее двигаться. Ну, то обычные сундуки с ХП, там душ нету, поэтому они мне не так и интересны. Надо только запомнить, вот тут. Еще вот здесь. Подожди, а что вот здесь? Секунду. Даже так. Сундук с ХП. А зачем мне столько ХП, например, вот в данный момент времени? Не знаю, может они мне как-нибудь пригодятся, если я не смогу где-то за счет чего-нибудь отхилиться, например. Ну, по крайней мере, они мне ничего не приносят. А это что там летает такое интересненькое? Как мне это достать? А хрен его знает, ладно. Эти древние врата мало кого слушают, но при помощи этого вы можете прийти к взаимопониманию. Пройдя врата, найдите мницу Самаэля. Когда-то его сила была близка к силе самого князя тьмы. Некоторые говорят, опасно близка. Очевидно, он не симпатизирует разрушителю. Найди меня, когда соберешь больше душ. Ты не пожалеешь, что потратил время. Да стой, не иди туда, мне надо души собирать, табуретки бить. Подожди. Что там у тебя можно, например, купить? По пути тебе могут попасться предметы, обладающие для меня особенной ценностью. Любая вещь, любой осколок, все, что можно назвать артефактом Легиона Патч. Ревун, искусно вырезанный рог, способный пробуждать древние врата. Нажмите так, чтобы использовать взятый в руку рог. Некоторых противников его звук может сбить с ног. Погибель 5000 душ, осколок ярости. Найсоль.
А, мне оно типа не прокачано, да? Удар гарпуном. Так. Раньше оно у меня было, а сейчас... Сильный круговой удар, это у меня все нет, да? Коса. Тяжелое изогнутое лезвие косы способно поразить нескольких врагов одним широким выпадом. Подземные клинки. Наносимый врагами урон. Вот это мне пригодится, каменная кожа, подземные клинки, херня. Короче, нужно очень много душ. А мне нужно не только много энергии душ, но мне еще и нужны... Вы получили новый предмет в снаряжении. Так, выберите нужную вещь в ячейке снаряжения. Один, два, три. Ревун. Так, не так. И как его юзать? Хм. Вот в чем дело. То есть у меня ХП не восстановится, даже если я войду во врата, правильно? То есть для меня сундуки имеют какую-то определенную значимость, правильно? Но единственное, что враги очень и очень толстые. Это очень хреново, что они обладают такой толстизной, если можно так выразиться. Но тем не менее ничего не поделаешь. 1, 2, 3. А между ними, например, можно как-то переключаться, скажем. Так, это тап, это вот так. Так и 4, да, например. Конечно, катастрофически мало душ выдается, но тем не менее. Что-то додается. Душ, как вы видите, нужно очень много. Паралимпама, тут-тутум, тун-турун-тун. Вот еще один сундук с душами. Я думаю, потом за врагов будет немножечко побольше давать. Там, конечно, поглядим, посмотрим. Ну и все, как бы сундук с радара пропадает. И уже нет такой огромной необходимости
бегать в одно и то же место, непонятно для чего. Так, где-то вон там наверху еще сундук есть, а как мне туда залезть? Это загадка, либо у меня потом появится какая-то особенная способность. Колонны, я думаю, не разрушаются. Нет, колонны не разрушаются, но я вижу, там еще что-то светится. Скорее всего, у меня будет что-то наподобие крюка. Вот этого я не помню. К сожалению, это мне в моей памяти недоступно. Поэтому остается надеяться, что все-таки я что-то там выучу. Где-то там. Ладно, здесь где там еще остались сундучки? Он там. А почему он там есть, если его там быть не должно? Ну ладно, давай еще раз оттуда сходим. Все-таки посмотрим. Что там за беспредел такой? Почему там до сих пор что-то еще осталось? Хотя ничего быть, по идее, не должно. Прокачка стоит дорого, но я уже решил, что буду качать. Мне способности неинтересны. В силу своей слабости, если можно так выразиться. А вот хпшка, урон, стандартное оружие. Косу я тоже помню, мне она не особо нравилась. Ну почему он здесь есть? Ну типа что сундук с хп, он тоже как бы сундуком считается. Ладно, пусть будет так. Отлично, то есть я могу открывать ворота. Но подожди, а где мне сохраниться? Я все, конечно, понимаю, например. Но я не вижу здесь сохранения. Тут есть какая-то ячейка для артефактов. Пожиратель хаоса. Shift, так тут. Вот оно в чем дело. Ну пойдем к воротам, станем, сохранимся, а то я думаю, да что за фигня. Нету сохранения и все. Вот на таком вот моменте, я думаю, мы закончим. И продолжим уже в следующей серии. Ну а всем спасибо за просмотр. С вами был Павел Мясник. До новых встреч. И да пребудет с вами мясо.